встрече с гриппом Самара готова. Пока, впрочем, медики фиксируют рост заболеваемости ОРВИ. В школах еженедельно проводятся мониторинги здоровья. Главную угрозу в этом году представляет хорошо известный штамм вируса H1N1. Известен он своей скоротечностью и серьезными осложнениями. Защититься помогут сделанные заблаговременно прививки, привит от треть населения области, а также барьерный режим, ношение медицинских масок, гигиена и избегание мест массового скопления людей. В Роспотребнадзоре отмечают, эпидемпорог пока не превышен. Пик заболеваемости, по прогнозам, придется на начало февраля. Эпидпорог мы не превысили, эпидпорог показатель ниже уровня эпидпорога по области на 6%. В сравнении с прошлой неделей мы наблюдаем тенденции к росту заболеваемости как в целом по области, так и по городскому округу Самары на где-то порядка на 35%.